Привет, котолюбители! Некоторые кошки настолько ненавидят купание, что приходится изощряться. Этот котик рычит, шипит, кусается и бьется когтистыми лапами. Поэтому, чтобы помыть его, мне понадобится вот такой вот кошачий намордничек. Также мне дали вот такую вот чудесную сумочку, которая ограничит кота в движениях. В ней есть специальное отверстие для лапок и сеточка внизу. Поэтому она идеально подходит для водных процедур. Эти меры отлично помогли избежать поцарапанных рук и укусов, несмотря на то, что котик сильно брыкался, страшно рычал и шипел. Такое поведение кошки обусловлено тем, что она не чувствует себя в безопасности. Поэтому пугать ее еще больше криками, резкими движениями и тем более физически наказывать – нет смысла. Отнеситесь с пониманием к своей кошке и будьте надежной поддержкой для нее. Доверие кошки легко потерять, и она начнет пакостить или пакостить чаще. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы узнать больше котофактов. Мяу.